3 мая 2014 года в Церкви Завета города Новосибирска состоялось детское служение хвалы и поклонения. Более 100 детей в возрасте от 3 до 14 лет провели время в Божьем присутствии. Команда прославления молодежного движения «До небес», а также детский хор клуба «Авана» Новосибирск зажгли всех детишек в зале громкой хвалой и поклонением. Божье присутствие переполняло всех собравшихся так, что никто не мог устоять на месте. А слово, прозвучавшее к будущему поколению, касалось каждого. Родители были в восторге от переживаний своих детей. Мне очень понравилось. Ребятишки были такие удивительные, такие веселые, такие классные. И они так дружно славили Бога. Супер. Я думаю, там ангелы радовались на небесах. Ну, детское, наверное, все-таки оно как-то искреннее, оно прямо от самого сердца. У них еще нету такого притворчества. А вот они хотят, они славят. Скажи, пожалуйста, тебе понравилось сегодня? Да. А какая песня была самая клевая? А ты хочешь еще, чтобы такое повторилось? Да. Это хорошо. Родители, скажите, пожалуйста, а вы рады, что вот у нас в церкви такие мероприятия проходят? Конечно, надо почаще. Да, почаще, да? Очень рады. А как вы думаете, чем детское поклонение отличается от взрослого поклонения? Ну, особо ничем, наверное, только оно более должно быть движниковое. Простотой, движниковостью и искренностью. Все участники этого праздника хвалы высказали пожелание, чтобы подобные мероприятия происходили как можно чаще. Действительно, когда маленькие дети от чистого сердца возносят хвалу Господу, это всегда что-то особенное и вдохновляющее. Тебе понравилось? Да, сильно, мне очень нравится. А какая тебе больше всего песня понравилась? Да все мне понравилось.